Ей-ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Енот, Фисташка, кто-то еще, подписчики, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем играть сегодня в прятки. Идемте наверх сюда. Димас, да. Я знаю, если ты меня найдешь, хит, то я без боя не сдамся. Ах ты жопа. Всегда красиво. Я могу тпхаться? Ах, кто-то меня мочит. Вижу, нашел, вижу, вижу, вижу. Так, стопэ, не Сташка, вижу. Стопэ. Да кто не там? Эй! Эй! Ах ты ж лоб! Да я убью тебя сейчас! Не убивай, прошу. Так, стопэ, я же вообще не там. Подожди, ага, вижу. Чё-то не могу попасть. Не двигайся. Да, походу у меня хана. Так, 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 так. Значит, где-то тут она сидит. Сташка, стой, повернись ко мне, я попытаюсь ее отцепить. Так, 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 вижу, вижу, вижу. Ну, Гордей, ну что ты делаешь? В воздухе, не? Все, Пикачу, давай, будешь со мной лупашить. Не повезло, не фартануло. Я такую нычку нашел. Димас, сразу четкая подсказка. Иди в ад. Ты никогда меня там не найдешь. Да найду я тебя везде. Ты думаешь, таких как ты умников я каждый день нахожу. Какой красивый лефти. Ой, да? Вау. Да. Так, а где ты? Так, так, так. Может вот здесь вот где-то, на этой люстре? Нет. Говно, Серега, ты что в текстурах сидела? Я тебя в ушко... Ах, ты жлоб. Я взорвал все-таки эту фигню. О, я убежал. Так, 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 я слышу, кто-то болтает. Так, нас уже трое. А вас пятеро. Блин, еще долго вас искать. Один вопрос, кто батареей летает? Батарея. Так, тут мои кенты уже собрались. Здорово, Димас. Так, ты ж можешь тпхаться, да? Да. Давай в ящик залетай. Опа. А так, значит, тут кто-то есть, раз тут летают предметы и чекают. Так, так, слышу, слышу запах, он усиливается. Здесь внимательно смотрим. Спадаем, залазим заново. Так, 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 так. Стульчик так. Ушел в портал. Вот здесь, наверное, кто-то еще, я знаю, выше надо лезть. Так, самый верх. Так, Пикачу, Гордей нашел, красава. Подожди, ты что, невидимый можешь быть? Кто? Ты, Дима. Нет. Да? А почему я тебя... Ладно. Так, я вижу Гордея, он выбирает аниматроника. Ой, а я так... А я вижу себя. Ой. А я вижу Серегу, он рядом со стульчиком. Так, знаешь что? Я понял, теперь надо идти... Теперь ты меня не видишь, да? Нет, это я тебя вижу. Было страшно. Так, я иду. Ты в портал, стуль... раз такое дело. Ай, жопа горит. Сейчас стульчик удалил Серега вообще. Он молодец, говорит, что мы его никогда не найдем, да, здесь? Да. А. Найдем его. О, а. Тут еще НР, НР. А, да мы тут все... Мы движуха тебя ищем. Так, а может не надо? Надо, надо. Мне уже страшно. Не бойся. Я так 100 раз сделал, не очкуй. Так, 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 вижу. Пацаны. Подходим. Лефти в дом зашел. Жопа, не могу залезть. Жопа жирная. Серега, я знаю, вообще, где он. Я знаю, где? Где он. Где? Нет, он не тут. Подожди, где? Не забывай, Димас, я еще осталась тоже. Ага. Мы и тебя найдем. Как тебе горячие ванны, Серег? Хорошо, но я тебя и здесь найду. Может быть, ты под лавой находишься, засранец такой? Давай сюда сбегаем. Я бы там не вышел. Может, тут где-то сидит. Вот тут, ах ты хитрый жук. Палишь наш сверху, да? Ну... Понял, я бегу отсюда. Ой, ой. Так. Да подожди, ты же тут был, жопа. Нет, нет. Я в хате только один раз заныкался тогда, когда был еще Гордей в живых. Хорошо. Так, а где он, пацаны? Он, ты точно тут? Да. Тупо 4 аниматроника рядом. Он наверху где-то вот тут. Давайте буду пробивать. Не, наверху так, так, нету. Так, 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 наверху нету.
Может, тут где-то в лаве он сидит, жопа эта? Так давай, его бы уже убило. Был близко. Как ты был близко. Да блин, где оно? Чучело это. А, жопа. Бля, Серега близко. Ага, вы его начинаете... Все-таки наверху он, да? Блин, я не вижу... Я вижу домик. Его ник подсвечивался бы, но я его не вижу. А я вижу домик. Вижу... Серега, знаешь... ты был близко. Знаете что, я пошел... Он троллит! Он троллит нас! Нет, нет, я не троллил. Блин, а где он сидит, это же? Здорово, енот. Я вижу крипера на двери. Я лично встретил енота, с ним хорошо, хорошенько поболтал и... Я уже сбежал из ада, так что... Давай, удачи. Да как ты сбежал, мы тебя увидели? Нет, я вообще-то маленькая собачка, супер маленькая собачка, передвигалась под лавой. Под лавой. Так, сконцентрировались. Фисташка, тебя тоже не нашли? Ага. Ого, мне вентилятор откинул. Вот это ляща отхватил. Ой, Димас, я тебя слышу, ты очень рядышком. Вот. Где-то здесь фистушка. Так. Так, давайте еще раз выше. Не-не-не, холодно. Я не вижу ни единого аниматроника, меня это дико бьет. Я Фокси нашел. Отлично. Так. Кто там фонтан? Вот тут она. Вот здесь. Так. А че, серьезно? У портала в ад никто не стоял? Вы че, издеваетесь? Ой, блин, испугал меня. Красавчик. Тпхаемся, чпонь. Вижу скраббэйби. Так, скраббэйби. Вижу Димаса. Блин, она где-то на люстре шкерится, по-любому. Я вообще буду шкерить. На люстре, в текстурах там сидит, наверное, где-то. Вижу скраббэйби, Лефти, Фонтан Фредди. Так, чекаем. О, Лефти, здорово. Все, серьезно, меня не нашли? Фисташка, давай, последнее желание, тебя нашел. Ты не нашел ты меня? От говна. Могу сразу сказать, что я была на люстре. Димас, да я знаю, привет. Я видел там кого-то. Димас, привет. Здорово. Здорово. Алло, ты что, на меня вообще не обращаешь внимания? А где ты? Понимаю. Было красиво. Блин, я ее не нахожу, где она запряталась? Я что, одна осталась? Скажи, да. Мы тебя не можем найти. Куча семь человек ищут одну. Я вас не жрили. Вообще-то я в живых еще. Тебя тоже не нашли? Я давно уже. Ну ты обманщики так себе. Блин, да где она сидит? Че не можем на нее найти? Ты серьезно, ты два раза меня пробежал. Я? Да. Нет. Скрываюсь. Фу. Где ты, жопа собачья? Подожди, это кто упал? Это как раз Димас упал. Да, я соглашусь. Фига, я по фэншую обвел Димаса. Все сказал? Подождите, а что за розовая комната? Почему не можем их убить? Надо 100 тысяч человек. Пикачу, пожалуйста, отпусти меня. Прошу. А где он? Слушай, я у тебя под носом, Димас. Да? Да? Так, давайте внимательно смотреть, где она под носом. Вижу Балору. Все, я буду сидеть в углу. Я флэрган. Отойди, я хочу флэрган пустить. Вот так слышно было. О, да. Скраббэйби пришла. Моментальная смерть есть. Блин, прикольное место. Офигенное. Лола, меня ни один аниматроник не может убить. Так давай, выходи. А дуэль один на один. Ой, фисташка, извини. Я думал, кто-то лупашит уже там. Нет, с чего бы. Пусти! Так, не вижу его. Есть, все, наконец-то, убили. Ребята, всех нашли. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!